Здравия, дорогие друзья, из солнечной Алании. Как дела? Нормально. Как у вас дела? Очень хорошо. Хорошо. В общем, мы сейчас находимся в торговом центре и сегодня покажем вам что-то самое интересное и красивое. Сегодня, друзья, воскресенье, и мы с вами пойдем на пляж Клеопатры смотреть закат. Я надеюсь, что вы уже посмотрели наше видео из Анталии. Так вот, ситуация в Алане точно такая же. В торговый центр, где мы сейчас находимся и пришли перекусить, пускают также только в масках, измеряют температуру. В общем, все то же самое. Как вы видите, фудкорты работают, магазины работают, но опять же вход в масках. Не забывайте, друзья, смотреть наши предыдущие видео. Ссылки на них есть в описании к этому видео. В Анталии, как мы отдыхали в отеле, все включено. Ну, а в Алане, как я уже сказала, стоит жаркая, классная погода. Пляжи полны людей. В общем, единственное, что приходит на ум, это только жара. Фрукты, овощи, но на рынок мы с вами сходим чуть позже. А сегодня пойдем на пляж Клеопатры встречать закат. В общем... Что еще рассказать? Не забывайте, конечно, подписываться на наш канал, ставьте пальчики вверх, комментируйте. Не забывайте заходить на нашу группу в Фейсбуке, на страницу нашей компании в интернете. Будем рады с вами сотрудничать. Ну, а сейчас мы кушаем и идем вместе с вами гулять по Алане. На фудкорте в Алане очень много разных кафе, но мы любим набрать вот такие вот блюда. Я взяла себе с соусом. А у Айхана какая-то курица по-турецки. Вкусно, Айхан? У Айхана какая-то курица по-турецки. Я еще не пробовала. Такое блюдо стоит сейчас 23 лиры в торговом центре Алани. Всем, кто кушает, приятного аппетита. Друзья, мы очень вкусно покушали. И сейчас, быстренько спускаясь, покажу вам, что здесь происходит в торговом центре. В принципе, ничего особенного здесь нет. Да. Нужно надеть маску, чтобы нам не сделали замечания. И переворачиваю камеру. Как вы видите, все магазины открыты. Люди ходят в масках. Тоже везде есть наклейки, куда можно идти, на каком расстоянии друг от друга находиться. В магазинах очень много скидок. Мы пошли вниз сейчас, чтобы быстренько успеть на пляж, потому что солнце уже заходит. И вот так вот выглядят магазины. Как я уже сказала, все открыто. Сегодня воскресенье, люди пришли за покупками или просто на фудкорт. На входе стоит, как всегда, сканер и человек, который проверяет вашу температуру и наличие маски. На парковке было несколько свободных мест, но мы все-таки спешим сейчас с вами, чтобы успеть на пляж и насладиться закатом солнца. Вот вы уже видите, что солнце заходит. На улице около торгового центра ничего особого. Кафе тоже все открыто, столики только стоят на расстоянии. Очень много мопедов. И, как я уже сказала, на парковке тоже нет свободных мест. В общем, друзья, жизнь возвращается в нормальное русло потихоньку. Сейчас пойдем на пляж. Ой, мы очень устали. Очень было много дел. И сейчас пойдем на пляж и насладимся всей вот этой вот красотой заходящего солнца, моря и пляжа. Пока мы едем до пляжа, покажу вам немножко центр города и боковые улочки. В Алане всегда у нас зелено, несмотря на то, какое время года, и летом, и зимой.
сейчас, конечно же, все по-особенному. Цветы уже, олеандры, отцвели. Постепенно-постепенно они увядают. И сейчас мы с вами выезжаем на набережную Алании, на бульвар Ататюрка. На этом бульваре очень много разных кафе, ресторанов с потрясающими видами на крепость и на Аланийскую гору. Мы уже в самом центре Алании, около памятника Ататюрку. И сейчас, как раз проезжая по бульвару Ататюрка, я просто засмотрелась на магазины, на людей, потому что буквально пару месяцев назад здесь не было вообще никого, и все было закрыто. Обязательно посмотрите мое видео, если вы не смотрели, когда мы снимали, когда у нас были комендантские часы, когда запрещено было выходить на улицу, и все было закрыто. А сейчас много людей, магазины открыты. В общем, как я уже сказала, жизнь постепенно-постепенно нормализуется и возвращается в привычное русло. Друзья, мы с вами приехали на Дамлатаж. Сейчас прогуляемся здесь по парку. Вот такая вот здесь красота. И будем ждать заход солнца. Как вы видите, солнце уже заходит. Здесь рядом есть детский парк, фонтаны, еще один парк, домик кошек, ну и, конечно же, пляж и море. Поэтому давайте сейчас с вами прогуляемся и насладимся всей этой красотой. Как я уже сказала, цветы по всей Алании постепенно начинают отцветать. И, друзья, по традиции, напишите, что это за цветы, что это за дерево. Здесь вот так вот все поливают. Люди сидят на качелях, на лавочках. Этот фонтан обычно включен, но сейчас здесь, к сожалению, сейчас он не работает. Но все равно очень-очень здесь красиво и живописно. Но я знаю прекрасно, что вы с нетерпением хотите увидеть море. Поэтому покажу вам сейчас чуть-чуть моря и вернемся обратно в парк. Здесь на Дамлатаже очень много спортивных площадок, как с тренажерами для занятий, так и для волейбола, баскетбола, футбола, тенниса и так далее. Можно кататься на велосипеде и, друзья, играть, конечно же, в волейбол на песке и просто загорать, отдыхать, наслаждаться всей вот этой красотой. Посмотрите, какая красота. Солнце уже заходит, но вот это время сейчас, 7 часов, самое классное время. Уже не так влажно, уже не так жарко и очень-очень комфортно. Давайте с вами свернем в сторону детской площадки, пройдем через парк. Я знаю, что вы очень скучали по таким видео нашим прогулочным. Не получается у меня делать их очень часто, потому что мы всегда в разъездах и во вторник опять уезжаем. Но, имея немножко времени, я решила вам показать Дамлатаж и насладиться этой потрясающей погодой вместе с вами. Вот так вот выглядит детская площадка. Здесь на самом деле достаточно людно. Много разных игрушек для детей. Вот такие вот для лазания, всякие разные горки, качели. Здесь также есть общественный туалет, не забывайте об этом. Чуть дальше расположена улица Мастериц. А вот здесь как раз вот эти вот спортивные площадки для
профессиональных спортсменов, где можно играть в баскетбол, волейбол. Далее площадка для занятий большим теннисом. И вот такая вот еще одна небольшая детская площадка. Также есть столы для настольного тенниса. Помните, когда был карантин и комендантский час, все эти парки были закрыты, огорожены, и невозможно было, точнее, не разрешалось их посещать. Вот такая вот здесь у нас детская площадка. И стоят тренажеры, на которых можно заниматься спортом с видом на море. Здесь идут также какие-то работы. Да, что-то ремонтируют. И вот такой вот вид открывается для тех, кто занимается спортом на этих тренажерах. Друзья, вы очень часто меня спрашиваете по поводу отелей, в каких отелях в Алании отдыхать, что я думаю по поводу того или иного отеля, но на самом деле я всегда рекомендую вам читать отзывы туристов, которые отдыхают в отелях, которые отдыхали раньше в том или ином отеле. Отзывы найти очень просто. В описании к моим видео есть ссылка на сайт бронирования отелей. И даже если вы едете по туру, то смотрите название отеля, которое предлагает вам туристическая компания. Забивайте этот отель в поисковике на Букинге или на любом другом поисковике бронирования, сайте бронирования отелей. И смотрите отзывы, что пишут люди, и вам будет предоставлена полная информация по поводу отеля, что в нем хорошо, что в нем плохо. Также, друзья, я получаю иногда очень странные комментарии от тех, которые не понимают ситуации вообще, скорее всего. О том, что мы не можем прилететь, что ты несешь какую-то ерунду, чепуху, бред и так далее. Турция не открыта, Турция, никаких туров нет, ничего нет. Друзья, я всегда говорю о том, что, пожалуйста, приезжайте в Турцию при первой возможности, когда у вас получится, потому что Турция действительно открыта, но нет рейсов и туров из ваших стран. Это совершенно другое. Поэтому, когда все нормализуется, и когда будет у вас возможность, желание, конечно же, приезжайте при первой возможности. Потому что сейчас, естественно, сделать это достаточно сложно, потому что нет ни рейсов, непонятно, что происходит с авиабилетами. Россия и Турция подписали договор о взаимном открытии перелетов с 1 августа, но даты тоже могут всегда меняться. Поэтому, друзья, я вам просто показываю, что происходит в Алании, что происходит в нашей жизни. И когда вы сможете... Посмотрите, какая красота. И когда вы сможете, обязательно при первой возможности, конечно же, прилетайте и приезжайте. Сейчас мы подошли к канатной дороге. Посмотрим цены на этот год. Цены у нас туда-обратно 28 лир, для детей 17, в одну сторону 22, и не забывайте о том, что работает до 21:30. Канатная дорога работает, народ ездит. Ну, а мы с вами скорее идем на пляж, потому что солнце уже практически зашло. Кто-то занимается спортом, кто-то просто гуляет в парке, ну, а кто-то купается в море. Вот это тоже один из самых красивых парков Алании, потому что здесь очень
высокие красивые пальмы. Конечно же, канатная дорога, много цветов, зелени. И этот парк расположен прямо на самом берегу моря. В чем, опять же, плюс Домлаташа в том, что, находясь на море, на пляже, буквально пройдя несколько шагов, вы оказываетесь в тени огромных красивых деревьев, где можно отдохнуть от зноя. Семьи приходят на пикник, как вы видите. Здесь такая достаточно плотная трава. Здесь есть очень-очень красивый большой кактус. Я вам его показывала не раз. И мы с вами уже практически готовы смотреть закат солнца. Для тех, кто говорил, что по траве ходить нельзя, так вот, друзья, трава здесь, в Турции, в парках предназначена для того, чтобы по ней не просто ходить, но лежать, сидеть, отдыхать, пикниковать. В общем, делать все, что вы хотите. Сейчас спустимся с вами на пляж. Народу достаточно много, потому что, как я уже сказала, сейчас самая комфортная погода для того, чтобы находиться на пляже. Напишите обязательно в комментариях, как вам такой формат непосредственного погружения в атмосферу и, мне кажется, такого состояния присутствия прямо на пляже вместе со мной. В общем, друзья, поворачиваю камеру и идем с вами до самого берега моря. Не забывайте подписываться на нашу группу в Фейсбуке, потому что в нашей группе Айхан всегда делает прямые эфиры. И солнце практически зашло. Такая вот, друзья, у нас здесь красота. На пляже очень много народу, и многие просто сидят и наслаждаются морем. Купаться мы с вами сегодня не будем, потому что мы очень устали и просто нет сил купаться, но я хотела вам показать вот эту вот красоту, которая у нас здесь. Кстати, обязательно пишите в комментариях, какой пляж Алании вы любите больше всего. И в прошлых видео мы с вами были в Анталии на пляже Кони Алты, где не песок, пляж не песчаный, а достаточно такая, ну, можно сказать, мелкая галька.
А здесь на пляже на Домлаташе вот такой вот достаточно крупный песок. Кстати, тоже очень-очень комфортно. И вот этот пляж один тоже из наших самых любимых. Здесь обычно бывают волны, да, но в Алании очень много пляжей, где нет волн. И это пляж около мэрии, пляж Инжикум и пляж около крепостной стены с той стороны горы. Вот такая вот у нас здесь красота, друзья. Я надеюсь, что вам понравилось это видео, и вы хотя бы издалека вместе со мной насладились вот этим вот прекрасным пляжем и закатом на пляже Клеопатры. Кстати, очень-очень многие пришли, фотографируются, снимают. Ну, в общем, очень-очень красиво. Не забывайте подписываться на наш канал, ставить пальчики вверх, комментировать. Ну и, конечно же, заходить на нашу группу на Фейсбуке. Айхан там делает постоянно прямые эфиры. Ну и смотрите все самые главные ссылки в описании, как бронировать отели, билеты на самолет и туры со скидками. Ну и, конечно же, приезжайте в Аланию, в Турцию, как только это будет возможно. Все, друзья, солнце уже зашло, а мы отправляемся обратно домой. Сегодня воскресенье, мы отдыхаем. Я надеюсь, что вам понравилось это видео, что вы приедете в Аланию, как только будет возможно. А мы с вами прощаемся. Желаем вам всего хорошего и добро пожаловать в Турцию. Всем пока. Пока.